Поморские ребята будут показывать оружие и вещи того времени. Ребята еще, конечно, готовятся. Но попозже посмотрим, как все красиво. А мы пока это все наждем, попьем кофе, потому что очень сильно пить охота. Построение! Всех гостей попрошу освободить центр нашей площади, потому что уже к нам спешат реконструкторы со всей России. Я думаю, что здесь можно уже своим гостеприимными поприветствовать дорогих русскому сердцу гостей. Каролинер, военно-исторический клуб, Кельсинганский, Чехов-Мешков, Шведской армии. Дорогие торжественные нашествия продолжает Лейб-гвардии Преображенский полк 1709 года. Город Санкт-Петербург. Тут порох может здесь отравить. Я понимаю, что все поражены. Историческое военно-историческое объединение «Московские стрельцы». Город Москва, столица Родины. Это все того периода. Пойдем дальше. Московские жители, дорогие, не скупимся на овации наших героев. День на Новинской крепости во всей красе. Отойдите подальше, пожалуйста. Подальше, стрельте. Ну, давайте хотя бы до конца палатки. Ромпал, вот! Огради на прилегающее место! Нет на краю! Давайте сделаем метр на 5. Ребят, техники безопасности, пожалуйста. Техники безопасности. Прикладывайся все в круг! Внимание, будет очень громко! Пали! На траву! Карабасах, они сейчас плавать будут. Сегодня побольше, в прошлом году было поменьше. Это ну, очень грандиозный праздник. Хорошо уже то, что в принципе в этом году она есть. В том году я помню, Женя, когда...
По 330 рублей за штучку. А овальный почем? А? Овальный. Большой 900. Ну что, уважаемые подписчики, мы побыли на мероприятии, на улице стало холодно, мы будем прятаться. А нашему морскому музею желаю удачи и победы во второй Поморской регате. Мы за вас, ребята, держим кулаки.